Друзья, пионы отцветают. Это Западная Сибирь. Цветут среднепоздние сорта. Третья неделя цветения. Немножко прогуляемся напоследок. Пионовый сезон заканчивается. Сара Бернар. Но не будем грустить, ведь через какое-то время пионы вновь откроют свои цветы. Возможно, год будет более удачным. Альберт Крус. Мун Ривер. Лунная река. Александр Флеминг. Один стебель, один букет. Необыкновенный сорт. Наверное, у пионов был грустный сезон. Но все же они вновь очень нас порадовали. Цветет на боковых бутонах. Дюшес де Немур еще откроет все свои бутоны, этот сорт. Цветает Фестива Максима и тоже на боковых бутонах. Цветут молодые Сары Бернар. Набираются сил. Цветут сорта неопознанные, да еще как цветут огромными цветами. Молодой сорт Дутел, молодой куст открыл цветы. Теряет лепестки утренний поцелуй Монинкис. Гордо стоит высокий-превысокий неон. Неизвестный сорт из Китая с такими большими цветами. И не думает закрываться, уже вечер.
Значит, друзья, дождя не будет. Ланкастер Импл открывает цветы в конце сезона. Маленький куст затаился среди лилий и василисников. Прекрасно себя чувствует. От Сары Бернар трудно отойти. Поль Эмвилд слегка изменила краску в более светлую сторону. Но это кто у нас? Миссис Франклин Рузвельт. Похоже, цветы словно кувшинки. Это ее боковые бутоны. Заключительный этап цветения. Ну и очень красивый сорт. Без названия. Определить не представляется возможным. Только начал открытие. Необычный оттенок у этого сорта. Отдельные среднепоздние кусты только начинают цветение. Только открывают свои цветы. Так что еще полюбуемся. Ароматный красавец Кэрол с огромными такими цветами. Тоже уже теряет лепестки. Молодой куст Ник Шейлор. Ушел розовый оттенок. Слишком жаркая погода. Неопознанный белый сорт с огромными розовидными цветами. Можно было и не удалять боковые бутоны. Очень ароматный. Так же, как и ранний Red Magic. Аромат одновременно и розы, и пиона. Возможно, что это Эльза Сас. Посмотрите, какие круглые лепестки цветов. Плохо держит погоду этот сорт. И самые последние цветы в этом сезоне. Old Faithful. Открыл три последних цветка. Ну а выносливее и активнее всех оказались борзеллы. Продолжает цветение, как ни в чем не бывало. Пережив 5 гроз, все открывают и открывают бутоны. По-моему, парочка бутонов у этого куста еще остались. Такое длительное цветение. Ну а Ширли Темп расправил крылья. Кто хочет близко посмотреть цветы, смотрите видео предыдущих лет. Этот сезон был слишком сложным для наших пионов. Молодой Мазер Чойс. Посадка прошлой весны. И моя Ярославна. Молодой куст посеребрил все цветы. Слишком жарко, плюс 30 для пионов. Но это, друзья, должен быть махровый итогибрид Бель Тулусен. Сохранила несколько цветов Джулия Роуз.
Лидия Александра, да, на боковых бутонах цветет. Жаль, конечно, что букет невесты в этом сезоне не получился. Испортила гроза первые крупные цветы. Последние цветы на боковых бутонах Мисс Америки. Мисс Америка достойно отцветает. Еще совсем немного подцветет Примавер. Вон у него еще розовые бутоны. Дюшес де Немур открывает все боковые бутоны. Пусть цветы мелкие, но аромат-то сохранился. Размахнулась вовсю еще одна Сара Бернар. Потеряв свой яркий цвет на открытом пространстве, на жгучих лучах солнца. И самый мощный куст на участке, то ли Ярославна, то ли Скорбница, то ли кто-то еще не опознал.